Я бачу, смотри. ЧВК, минус один, да. Убил. Двоих убил. Хорош, хорош, хорош. Тут камнями ближе к забору. Убил. Меня убил. Всем любителям Таркова рекомендую заглянуть на канал Тиран Гейминг. Там проводятся ежедневные стримы, выходят нарезки с лучшими моментами, частенько розыгрыши игровых ценных предметов. Кстати, завтра, 28 июля, ближайший розыгрыш. Если заинтересовал и хочешь принять участие, ссылка будет в описании под видео. Присоединяйся, боец. Справа, справа работает. Чего работает? А, вот, через то сюда. СКС. СКС. Снайпер или нет? Нет, он убегает в угол. Вижу, вижу. Уплотник. Где-то в кусту замер, не вижу. Вижу, тут двое, походу, у нас. Да, двое. Да-да-да. Одного убил. Там СВД в углу. Второго не вижу. В кустах уплотника. В кустах уплотника. Пробегает плотник. Пропрыгивает. Дал хит ему стопудов. По-моему, там двое еще даже. Подпушиваю. Он ближе к одиночному камню размещает. Да-да-да, я знаю. Потерял его. Ты на кромке ходишь или он? Я у камня хожу. Он правее, где у кого-то правее видел, ближе к забору только что. Значит, он. Где-то я прошел его, значит. Он углубляется вдоль забора туда, походу. Да, двое тут еще. Бум. Дал хае за одиночным камнем. Отличная хая сейчас была у меня. А нет, уходит к забору. Я поднимаю. Хит. Уходит дальше. Будет, нет? Наоборот. От платника убегает дальше. В сторону моей гранаты. Дал хае. Пробегает снайперский камень. Так, я только одного что-то вижу. Где второй, блин? Потерял его за елками. Он за камень сторону, забежал. Он в сторону снайперского пробежал, и я его потерял. Да-да-да. Я второго что-то потерял. О, машина какая-то. Он что, взорвал? Херо знает. Он кашляет под камнями, где-то у меня сидит один. Второй поваленного. Он попал. Попал. Под камнями ближе к забору. Убил. У поваленного еще, другой чел. Левый, левый чел вообще. Ближе к забору. Внизу сидишь, что ли? Внизу мертвый чел, мертвый чел. Я сверху, вон он. На поваленном. Блять, не могу по нему попасть. Там долбанный ниндзя, блин. Убил. Убил. Слышал, там мосинка еще, блядь. Да-да-да-да. Просто сказал, что у меня кашляет где-то под камнями, я и думал, что он живой. Ну, он был живой, потом сразу через секунду отъехал. На эсеках трупы вижу. Мощно.
Вижу. Забор освещается. Вот там, где пай. Вижу. Лёг лутать, по-моему. Бля. Двое. Лево, по-моему, можно. Левый лево минус был? Должен быть, да, левый минус. Слева обхожу. Дал хае, чтоб выкурить. Вижу. Убиваю. Минус. Чё мне такое блестит? Не пойму, блин, что это было. Если вам нравится такой геймплей, не забудьте подписаться на канал. Нас уже 64 тысячи, парни. Ёлы-палы, спасибо вам. Да, бой, да, был. Вроде да, должно быть, да. Да, да, обоих. Бля, у нас в спине еще один чел, прикинь. Два чела. О! Откуда? Да не были. Снайперский камень. Нет, это бировцы. Сука. Загрузился? Ага, я у снайперского камня, их сюда поджал их. Одного вроде замочил, еще один должен быть. Я наверху есть еще. Байчу его. Этот хер залутанный, не? Там тепло. Да-да-да, я вот поэтому и сюда иду. Забора, да, убил, получается? Да, у забора убивал. Там какие-то глажопы вообще. Ну, они им пролутали, скорее всего, тех. Тот был с двумя пушками, вот который сейчас у нас последний остался. Сейчас которого мы ищем. Он с двумя пухами был. Вот он. Бот по нему, походу. Снайпер. Да, вижу, вижу проблеск. Вот. Вот эта Мосинка убила сейчас правый бота. Камень? Не, в зеленке, прямо в зеленке. Уходит, уходит от нас в пролом. Ой, сука, теплак поди тащил, блин. С моих типов тут. Да, вон мои типы разлутанные валяются. По мне. Вижу. Еще один шот, это он, это он, это он. Я его подавляю. Держись. Граната. Я жив. Конкретно прокидывает. Твою мать. Я взорвался. Капец, он кидает их, блядь, через километр просто. Да, блин. Шестеро. Мочи козла, короче. Ну, зато пофайтились, норм. Металл, ты? Замер. Ты ходишь? Бегу не я. Подпрыгни. Двое бегут, двое бегут. Подпрыгни, подпрыгни. Да, это ты. Все, вот я хожу. Вижу кто двоих. Минус один. Где минус они? Второй. Еще есть. На том свете. Да? Еще есть? По-моему, еще слышал. Там же. Давай прочекаем. Дал хае, где они были. Бегает. Минус. Хорошо, подхожу. Еще есть. Где? Ориентируй. Там же, на гранате. Уходит налево, в твою сторону. На склады уходит. Уходит направо.
второй этаж или первый? А, вижу, вижу, на складах. Уходит в сторону Ледокса, понял, туда? Да. Минус. Ага. Ждал. Так, а сколько всего на лобби, я не помню. 4 минус и 0. Хрен его знает, я вообще не знаю даже такую информацию. О, эти виртексы всякие. У виртексы. Ну, где-то там пробежался он. Может, офисы пошел лутать? Сейчас этих посмотрю, двоих курябчиков. Один вепрь. Троих? Сашка, возьмешь Сашку? У меня 6-12. Тихо. Дерево. Я не слышал. С противоположной от нас стороны. Поверху может ходить или по лестнице. Скорее всего, поверху. Слева, ходит. Слева. Сверху, на втором этаже. Да. Ты надавал ему. Бот по нему работает. Дал грант ему туда. Дал тоже. Хатапка ушла. Пушу. Убил его. Это бот. Нет, я убил ЧВК. Бот там тоже, да, есть. На втором бот здесь. Еще шифты. Я в лекционке. Вот, бот поднялся, аккуратно. Я в лекционку ушел, патроны кидаю. У меня 6Б13, 4 класс тоже. У него дымовухи с собой, просто много дыма. Ох, ёпта. Так, ну это тоже виприст. Ой, блядь. Он убил его. Где-то прям над нами. ЧВК убил? Да. Ты попал? ЧВКшник убил бота на противоположной стороне. ЧВКшник где-то над нами. А убегает, Шитаныч, левая сторона. Меня зачем? Чё? Да что ты меня взорвал? Ты на втором был? Ты попал на первый сейчас гранат. Вообще-то на второй. На первый. Я ты слышу, попал. Как он там ходит. Ты попал там, где лежат трупы. Какой-то баг, значит. Сорян. Что я кидал стопудово на второй. Блять, граната! Ах, убил меня, подлюга. У меня уже весь лик сточенный был, 1.1. Нормально. Голова, глаза, Диксон какой-то. 6 чувака я убил. У здания. А, может быть, да. Да, вот он. Ага. Еще. По-моему, или что это? Да, по мне что-то летит. Не ходи там, аккуратно. Шар, вероятно. Да, сейчас со соком попробую почекать, где он там мог сидеть. В тетрисах уже ходит один. Минус.
На третьем еще один ранил. Да, 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 да. Где? Фука. Вижу, да, вижу, да, вижу. Да. Минус. Третий Тетрис остался, чел. Солнце не в нашу сторону светит, не вижу ничего. Точнее, наоборот, в нашу сторону светит. Он нас видит, а мы его не увидим. О, опять Тетрис, чел. Заколебали, блин. Ты ходишь? Да. Минус. Все мои видеокарты там забрали. Смотри, у нас жуки. Сорок седьмой, по семь. Ну, похоже. Он, он. Да-да-да. Так, сейчас я свою разгрузку где-то спрячу быстренько. Ради. У нас бегает от стороны Меченки. Зашел сюда, на наше здание. Все, убил. Советская каска. От Меченки он должен был прибежать, возможно, что-то есть у него. Так, получается, у нас тут двое. Двое там. Это четыре. Вот этот чел пятый, который прибежал. Ну и на третий день тебе. 38-й. Открываю комнату. Ты? Не ты. Он на втором, в комнате. Внутри? Да, в комнате, внутри он. Он сильно коцанный, надо его убивать, Ань. Все? Ага, ага, ага. Капец, я тут его всего расстрелял. Вся стена в крови, блин. Как он вообще выдержал? У него броня есть вообще? А, ну понятно, я по нему бронебойками с МП-7, считай. Ты глянь на эту стену, вся просто в крови. Так, вот этот мой должен быть. Угу. Сейчас, посмотрю, ты что-то этого мужика... КСУ, понял тебя. На третий поднялся. Incredible. Not bad.
сейчас бы от голода сдохнуть после всего этого. За камнем нету. За камнем, за камнем. В поле, который камень? В поле, в поле. Сейчас попробую его забрать. Вижу, дальше уходит. Хит. Должен быть... Нет, не минус. Нихера, у него два брони два раза держало. Гоняю его. Все, убил, да? Не уверен, но что-то я ему кинул туда. Да. Все, он умер. Я видел, как он ногами дернулся. А, зеленка в сторону танка слева, где автобусная остановка, кто-то стоит. Да, это чувака. Не понял, убил или нет, но там есть чел стопудово. Там труп у дерева какой-то вижу. Ты у дерева убивал? А, ну, стрелял вроде, да, у дерева. Прям перед деревом лежит, отдыхает. Да, проверим. Опа, там еще есть зеленки. По тебе? Это бот. Это залутал своего друга. Влево уходит. Влево куда? К выходу? Да. А вот он залег. Хит. Не понял. Я файчусь с ним. Вижу тебя. Он живой. На гранате, он там за трактором. Ух ты, ядрить. Калашек взял. Я ему дал, возможно, хит, не уверен. Может, хае его зацепило. Да, он минус. Не хотел, по-честному, чел. Калашек вытащил. Квад. Клановцы тут. Но он собрал своего друга, скорее всего. Смотри, кто убил. Мне даже интересно, чем его. Я вэфка взорвал. А он друга не залутал. Нет, не залутал? Нет. А я его убил, нет? Я не смотрел, я что-то это задумал. Но там тоже квадают. Давай-то прочекаем сначала. Вот тут хотя бы край леса. Да, квадовец. Я ему башку зарядил. Бот в сторону мечники целится. Ты себе бежишь туда на выстрел? Да, вот бот идет. Это с тозиком бот убил его. До этого он целился на меченку куда-то. Алло? Да. Мне игра затупила. Опа, нихера себе сзади. Там чела бот. Вижу. Ты где? К одноименному, безымянному домику, короче, подбежал, бегу на выстрел. А, у меня в лесу тогда, это не ты был? Прям в лесу, в сторону Мещенки, слева направо бежал. У воды. Двое кто-то у воды. За машиной этой скорой помощи, которая в воде. Понял. Да, вижу двоих. Два сека. Один минус. Не с той стороны летит. Второй минус. Бегу за тобой. Мне звук был, как будто с камней. Ты подбегаешь. Да. Типы тут с ботами стрелялись. А, ну вот я поэтому не слышал, что они прям там уже на той стороне были. Там еще один, наверху, человек. Камни? Да, у камней. Думал, мне показалось, самый левый камень? Нет, правее, он ближе к центру гряды за камнями. Ага. Я контролю его, вылезу с ним.
По-моему, хит. Вот он умирает. Бил ты его, нет? Не уверен. Дал хатапку. А, ну на стене кровь. Должен был убить, по сути. Попал. Ладно, пушу. Под хатапку сейчас запушу его камень. Но должен сдохнуть, если он жив. Да, готов. Твои гранаты, не? Ты на той стороне вообще. Угу. Сейчас посмотрю. Чувака бежит по берегу на той стороне. Да ладно. Да. Они еще не вымерли, что ли, на этой карте? Куда бежит-то? В нашу сторону. Где уже? На снайперском? До снайперского камня дошел? Ну вот где вот этот камень, я тебе говорил, там дальше бревна идут. Вижу, там вижу, вижу. Все, увидел, увидел. Он за камнем теперь уже. Слева от бревен. А мне? Или ты? Нет, я не стреляю. Слышишь, это летит по мне? Да, слышу, летит. А, снайперский камень. Бляха, меня фокусит. Уверен, что камень? Да, с того района. Здорово. Ну еще глушак какой-то. Ты бежишь ко мне? Да я, да, сзади. Да, это стопудов снайперский камень. Точнее, знаешь где? Перед ним. Кусты. Воды, да? Кусты, да, у меня. Вон! Вот. У меня гранат больше не шпил по лукалупу. Я по боту. У меня есть гранаты. Да, гранаты ему. Вот он, да. Убил. Хорош. Там, по-моему, еще труп один, нет? Ты еще бировец валяется. Наверное, все. А это... Это Юсек. Юсек, все еще, бля. Да, чего кажется, я что за. Ай. Что делать с вами? Мне уже складывать-то нечего, бля. Некуда, точнее. А, у него и брать-то нечего, я бы так сказал. Возьмешь трупер, тебе надо трупер? Новенький. Не, у меня Гжель и Генка. А, так это не челоботы. Ха? Это тоже люди. Тот челобот, который был перед ними, получается, он... Я не знаю, если они друзья были. И струпер, опять же. ТХ-15. А нам выход-то на той стороне. Да, я знаю. Собираю быстренько тут все, что можно. Ну, успеть броню.
Клановый. Надеюсь, что и напарники. А, понятно. Это друг того типа снизу. Так, ну я думаю, теперь точно пора на выход. 8 минут уже осталось. Сука. Ладно, в обход. Ну все. А может и нет. Не, ну нахер. Там двое или... Хер его знает, Тима, короче. Хотя... Кто-то сзади еще. СМС-ка от тактикульщиков пришла. Так, ребята, вы на выход, что ли, собрались? Не, ну теперь я вас не отпущу, как бы. Сорян. Так, ну вроде третий должен быть. Блять, надо суровую юзать. А вот и третий, походу.
Ладно, похеру, давай. Ща, мне тут замесы, капец. Все, вышел. Капец, чел какой-то душный последний оказался. Просто сбежал от меня. Страшно ему стало. Шесть. Три типа, просто три фулочки, блин. Гоняли меня по всему лесу. А потом я начал их гнать к выходу, блин. Двоих завалил прям возле выхода. Третий где-то с чем-то глушенным, блин, спрятался. Я думал, он меня контролит. А, походу, СВДшка у него глушенная. Вот у меня, да, попадание в ногу. Думал, он меня контролит все это время. Я бегаю, бегаю, ищу его, байчу, блин, нету, блин, ладно. Пошел, залутал, вышел просто. Это тебя? Ты я. Бляха-муха, застрял. Твою мать. Пусти. Блядь, я застрял в офисах, мать, что делать? В смысле застрял? Да так, застрял. О! Кого-то толстая жопа, что ли, или что ли? Да капец, блин. Жопа отъел, чувака, что ли. Каска, магазина. Узнаю, калаш, да, узнаю. На, держи. Ты экзамен с Джейки или чё, или чё, кого? Короче, я изнул, полетел в этот санаторий. Угу, сейчас догонимся. Хорош, я полево от чупа пойду, через этот полет. А ты ямку скинул? А, нифига. Побежал, блин. Да ладно, тут у Расти хорошее оружие есть. Лучше, чем М-ка. 157 отдачи, подумаешь. Иду иди. Дал хае ему. Ёб твою мать! Пошел в жопу, блин. Фух. Он все мои БПшки, блин, схавал. Прикинь, со СКСки. В чем он, блин? Генка. Генка у него. Мать. Выпустил 0 патронов. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы не пропустить анонсы новых видео или стримов.